Миколаївців, ви дивитесь програму «Розмова на тема». Сьогодні ми поговоримо про життя літературно-художнього інтернет-журналу «Миколаїв літературний». Поруч зі мною люди, які мають до цього ресурсу саме безпосереднє відношення. Це В'ячеслав Качурін, головний редактор журналу, а також Костянтин Картузов, член редакційної колегії та технічний редактор, так? Так. Я привітаю вас у нас в студії. Повод такой ювілейний у нас, хоча ювілей такой маленький, но тем не менее. Год вашему интернет-ресурсу. Совсем скоро, да, буквально считаем дни, да? 15 августа. Где-то, да, 15 августа мы собрались вместе в библиотеке. Вернее, научно-технической. Соберетесь, правильно? Да? Нет, в прошлом году. А иначе чаще. Год назад. Вот. И 15 августа мы решили создать такой журнал. А первый номер у нас вышел где-то в начале сентября, по-моему, 7-го, да? 7-го числа. Вот. Но это было общее, такое задумка общая Союза писателей Николаевской организации, Союза писателей России, научно-педагогической библиотеки и Николаевского землячества в Москве, которым руководит Владимир Николаевич Христенко. Вот, собственно, он подал идею, эту идею мы подхватили и начали активно работать по созданию этого журнала. Кстати, Тимофей Иванович, а вот по прошествии года вы с какими чувствами подходите к этой дате? С чувством глубокого удовлетворения, как раньше говорили. Дело в том, что этот журнал оказался нужным не только любителям литературы, но он оказался нужным учащимся, которые пишут сочинения по творчеству наших писателей. У них в программе школьной есть творчество писателей-земляков. И они всегда ищут какие-то материалы, а тут в интернете они находят эти материалы и пользуются ими. Студенты очень много, вот, читатели, любители литературы. Поэтому уже вот за год у нас там есть счетчик, который определяет и количество посетителей на того или иного писателя, кто больше всего интересует, и общее число. Так вот, у нас сейчас около 85 тысяч. Это для литературного журнала очень много. Я думаю, что ни в одной, наверное, стране постсоветской нет такого литературного журнала, который бы вот набрал столько... Мы имеем в виду литературных журналов, посвященных творчеству какого-то региона, не просто там... Да, даже литературные журналы больших журналов, таких как «Новый мир», «Звезда», «Иностранная литература», у них очень это, маленький тираж захода вот по интернету. А вот именно как вы определили, что посетители сайта – это студенты или школьники? Это не какая-то магия, это какой-то технический нюанс? Нет, да? Ну тут как бы... Два момента. Мы отслеживаем процент посетителей из города Николаева и области. Ну и плюс мы ножками, что говорится, мы ходим в вузы, мы ходим в школы. И нам задают вопросы, и очень, когда мы презентуем журнал, очень многие там уже были, а мы пользовались. То есть тут как бы мы просто налаживаем две цифры. То есть процент посещения с одного города и вот эти, как бы, как это по-англичане, фидбэки, да, то есть это отзывы от самих пользователей. И очень приятно, что если потом в том году осенью мы приходили, мы только презентовали, то уже когда мы презентовали, например, студентам там весной этот журнал там с Дмитрием Дмитриевичем Каименем, то уже масса людей говорили, а мы знаем, а мы видели, а мы посещали. Ну, как бы мы делаем вывод, что... Да, отслеживается вот этот мониторинг по сколько мужчин, сколько женщин, сколько молодежи, сколько пожилых людей. Ну, по разным категориям, и поэтому мы это видим, сколько молодежи, это сколько там других людей. Поэтому вот мы за время существования нашего журнала приняли участие многие наши писатели, которые живут за рубежом и которые здесь. Мы представили 85 человек в общей сложности.
Это очень, очень много. Из них 22 поэта, 16 прозаиков, 5 драматургов, 7 журналистов, 6 детских писателей, 6 юмористов, 15 историков. Потом в рубрике «Забытые имена» тоже 5 человек. То есть это очень много. И нас очень много, это много читают людей в 65 странах, я уже говорил об этом. 65 стран. Кстати, Михайлович, а чем интернет-журнал отличается от печатного? Вы успели почувствовать? Ну, это вот Костя, я думаю... Чем отличается? Я думаю, мы почувствовать успели. Мы привыкли мыслить, вот, и мы продолжаем делать журнал выпусками. То есть мы готовим в течение месяца, два, бывает, и какой-то материал про какого-то, если, например, это редкое какое-то или забытое имя, бывает, там в архивах работаем, бывает, там даже приходится въехать там, в Очаков, там, чтобы отсканировать там, какие-то есть произведения человека, который там всю жизнь прожил в Очакове, он что-то публиковал, и это гениальный поэт, да, но, к сожалению, там его или забыли, или мало знают. И мы вот иногда такое там имя какое-то новое мы готовим там полгода, но публикуем мы вот именно такую массово обновляем сайт, ну, приблизительно раз в месяц. И мы вот продолжаем еще как бы по-прежнему говорим выпуск там сентябрьский, выпуск октябрьский. Хотя надо понимать, что интернет-журнал, в отличие от бумажного, он позволяет, если у нас там появился какой-то дополнительный материал, можно в старый выпуск мы можем взять и добавить этот материал, то есть тут нет никакой проблемы технической, но мы вот немного вот, некоторые моменты вот мы перенесли вот бумажного журнала в интернет, то есть мы все равно продолжаем говорить там сентябрьский выпуск или там июньский номер. При этом отличается, конечно, значительно, потому что бумажный журнал подразумевает определенные процент затрат времени на верстку, он подразумевает ну, какую-то другую работу, связанную чисто издательскую, с переносом информации на бумагу, которую в интернет-журнал или нет, мы можем, получив стихи, там, переводы там, Дмитрия Дмитриевича Кременя, тут же их еще раз там, ну, вычитать и там, в течение там, получаса разместить на сайте, уже давать там, в Facebook анонс там, новых произведений Дмитрия Дмитриевича. Понятно, что в бумажном варианте такое невозможно, и прежде чем оно попадет там, в печать, проходит ну, значительно больше промежуток времени. То есть тут у нас есть определенная такая мобильность и возможность вот, как-то вносить изменения постфактум, да, то есть в старых номерах, так и вот очень оперативно, если надо, выставлять информацию. Ну, я бы отметил еще одну особенность. По-моему, она это самая главная особенность, что здесь мы даем еще видео, что нельзя в обыкновенном журнале. То есть мы можем представить живого поэта, который читает стихи или играет на гитаре, поет свои песни, там авторские песни мы представляем. Мы можем дать поэта или писателя, которого нет уже с нами, вот, но он остался где-то в записи. Да. Вот иногда у вас на телевидении мы берем некоторые материалы вот, по Январеву, по Марку Лисянскому. Вот это очень интересно, потому что они ушли из жизни, а остались в записи живыми. И это для читателей ну, очень, очень интересно. Потом авторы песен. У нас мы с композиторами много работаем. Вот у нас есть поэты, которые пишут стихи для музыки нашим композиторам. Вот много Евгений Долгов с нами сотрудничает. Татьяна Яровая, Александр Сычев. Они исполняют и сочиняют песни на стихи наших авторов. И эти песни можно тоже прослушать. То есть в бумажном журнале мы послушать ничего не можем, а вот в таком варианте на кнопочку нажал, и уже идет песня. Вот на скажите, другую кнопочку тогда нажал, видео идет. Получается такая характеристика исключительно положительная в этом переходе вот, в интернет-пространство. А какие-то недостатки вы успели заметить? Недостатки? Да. Я даже не знаю, какие можно... Ну, кроме там наличия необходимости, чтобы читать журнал, наличие компьютера и интернета, это можно сказать, ну... Что в руках подержать нельзя, да его полистать. Не это пахнет. Тоже, да. А в остальном, я думаю, что будущее за интернет-журналами, интернет-книгами, газетами. Все больше и больше нашей молодежи приобщаются именно
к этому виду коммуникации. И я думаю, что они не ошибаются. Очень много материалов разнообразных, самых разнообразных можно найти в интернете. По сути, на любой вопрос есть ответ. Да, только вот как дать правильный, корректный ответ на этот вопрос мы помогаем, потому что очень часто, когда ищут биографию там, или какие-то данные, ну, возьмем там, николаевских каких-то поэтов, писателей, то есть информация, которая уже не актуальна, или она была перепечатана с какого-то издания еще там, пост, ну, там советского, постсоветского, и вот кто-то перепечатал какую-то статью, разместил, и ничего нету. Вот в принципе про николаевских авторов на самом деле не так много материала. Если даже брать там такого поэта, писателя, как Дмитрий Дмитриевич, ну вот вы напишите в гугле Дмитрий Дмитриевич Кремень, и посмотрите, там есть 5 фотографий и их вариации. Ну, я, может, там больше немножко. И когда нужен Дмитрий Дмитриевич для какого-то там плаката или для выставки в хорошем качестве, не так просто найти. Или какое-то редкое фото. А когда мы работаем с личными фотоархивами авторов, когда мы сканируем и выставляем на сайт все-таки новые фото, которых раньше нигде не было, или те фото, которые были в интернет, но они там сняты, ну, не очень качественные, получается, мы наполняем вот нашу такую, скажем так, региональный сегмент интернета качественным контентом, поскольку на самом деле вот именно вот этот блок, он был очень, нельзя сказать, что мы эту проблему полностью решили, но мы ее начали решать, поскольку о наших николаевских писателях очень мало информации и очень мало качественной информации, такой верифицированной. Да, вот у нас есть такая рубрика «Видеоматериалы». Там у нас уже собрано, наверное, около 100 видеороликов, видеосюжетов, где выступают наши прозаики, драматурги, юмористы, детские писатели. И вот эти рубрики пользуются очень большой популярностью. Конечно, главной популярностью пользуется рубрика «Поэзия». Там очень много заявок и очень много просмотров. Вот. Прозаиков читают меньше. Поэтому я думаю, что интернет это он меньше приспособлен для прозы, потому что прозу надо читать долго. Да, а интернет, да. Он как бы сиюминутную такую возможность дает для просмотра. Вот. Большой популярностью пользуется у нас «Николаевская старина». Нам помогают наши краеведы. И николаевские газеты и журналы иногда перепечатывают хронограф, да. И подписывается материал, подготовил такой-то там журналист. А на самом деле до буквы полностью взята из раздела вот, николаевских хронографов, где мы даем информацию о том, что было там 100 лет назад в этот день, что было. Понятно, что мы тоже эту информацию ну, не сами всю нашли, но там процентов 80 от материалов, которые мы вот нашли, выискали редкие имена, нашли какие-то даты. И, ну, как бы, с одной стороны, приятно, когда видишь в прессе. Потом... По сути, каждый день у нас несколько событий на каждый день года. Литературных. Да, и литературных, и исторических. То есть это очень интересно. И очень много именно смотрят на николаевский хронограф. То есть те события, которые в тот или иной день произошли. А еще хотел спросить, вы сейчас рассказали о том, что есть записи писателей, поэтов. Это записи уже сделанные когда-то или те, которые делаются именно для вашего журнала? Сейчас мы делаем именно для нашего журнала, но вот тех о тех писателях. Вот Венграновский, у нас не было ничего. Январева не было ничего. Лисянского не было ничего. Бориса Мозалевского не было. Все эти материалы мы нашли в архивах, которые есть у нас в Николаеве, или обращались на телевидение. Вот, кстати, у нас есть такая рубрика «Журналисты». У нас намечено несколько авторов, тележурналистов. Мы будем о них делать это... передачи. Кстати, один из ваших работников, вот Леонид Ромац, он выступил у нас в рубрике «Юмор и сатира», и мы даже не ожидали, что так много будет посетителей на его страницу. Пользуется очень большой популярностью. А что значит, что мы эти выступил? Ну, он книгу издал, и была презентация этой книги, она у нас записана на видео. И его выступление, и напечатанное его рассказы, там очень интересно.
Ну, на самом деле Леонид Урмац такой талант, который скрывался много лет. И потом, когда вот он принес рассказы, мы отправили их в нашу... У нас там большая коллегия, несколько людей отсматривают. Сказали, это чудный автор, где он там, давайте его. И на самом деле было очень приятно, и масса людей вот сейчас посещают там его рассказы. И это ну, такой стиль. И человек, это, ну, нельзя сказать, что он стол писал, но он этого не выставлял публично, это нигде в интернете нет. Ну, такой вот ноу-хау. У нас, кстати, очень много претензий к нашему журналу. Обращаются люди, которые только начинают заниматься литературой, или люди, у которых полностью отсутствует литературный талант. Вот давайте мы хотим тоже в этот журнал, мы тоже хотим, чтобы нас читали во всех странах мира. Тут у нас категорический это, такой принцип. Мы берем только профессиональные произведения, произведения очень высокого качества, потому что эти произведения читают наши земляки за границей. Они должны читать самое лучшее, что у нас есть в литературе в Николаевской. Потому что вот это чувство ностальгии, которое у них присутствует, у наших земляков, оно как-то как в какой-то мере ну, где-то компенсируется тем интересом, который они проявляют к произведениям наших авторов. Вот поэтому я бы хотел сказать всем, кто хотел бы участвовать в работе нашего журнала, тот или иной автор, он должен прежде всего критически посмотреть на свои произведения. Вот если он считает, что эти произведения гениальны, то он может обратиться к нам. Но уже наше последнее слово. Мы стараемся отбирать самое лучшее. Но все-таки шанс для таких самородков, как Леонид Ромас, который скрывался, он все-таки да, есть, правильно? Да, мы не смотрим на имя, да. Да, и не только он. У нас это многие и не члены Союза писателей выступили. Вот, например, такой, как Владимир Гладышев, прозаик, он работает в институте. Профессор, доктор наук. Профессор, неожиданно, он совершенно недавно, он только... У нас мы его разместили на сайте, и уже он вышел чуть ли не на второе место по посещаемости. Очень активно его посещают и читают его произведения. То есть, чем талантливее человек, тем больше его читают. И людей, читателей наших, очень трудно ввести в заблуждение. Они сразу чувствуют, где талант, а где просто такое рядовое произведение. У меня еще есть большой такой вопрос, но, по крайней мере, меня это беспокоит и интересует. А если сам по себе интернет-журнал – это все еще инновация такая, особенно у нас в регионе, да, где только первые попытки такого солидного издания интернет уже перенести, то как вы относитесь к другим инновациям, в частности, вот популярный раздел «Поэзия», как вы относитесь к видеопоэзии? К видеопоэзии. Но вообще надо читать глазами. У нас не только видеопоэзия, мы эти стихи дублируем в напечатанном виде. То есть человек, слушая стихи, он тут же их читает глазами. Поэтому это двойное восприятие, восприятие поэзии. А если имеете в виду видеопоэзия именно как видеопоэзия, когда ну, не просто говорящая голова, да, а вот как жанр искусства, то есть масса замечательных авторов в этом направлении. Нам очень нравится этот стиль, ну, по крайней мере, ну, некоторым членам редакции. Но мы еще пока не видели николаевских авторов вот именно в жанре видеопоэзии, которые мы бы хотели разместить в нашем журнале, или они не присылали нам свои заявки. То есть, если кто-то работает в этом направлении из авторов, и вот он считает, что да, действительно это вот стоит, пусть пришлет ссылку на видео. И я думаю, что мы найдем и для таких авторов место в нашем журнале. Сейчас это направление только вот становится. У нас проходит в Николаеве фестиваль видеопоэзии. И я думаю, что николаевские видеопоэты, они займут свое место в нашем журнале, просто еще не время. То есть как бы... Вообще немножко обидно, что, например, в Америке нас смотрят почти в 50 городах. Мы там у нас есть это. Угу. А в Николаеве только в 5 районных центрах. Вот. В Израиле нас смотрят в 20 городах. Большой, как Америка. В Израиле, в 20 городах. В Николаевской области. Ну, Николаев только и некоторые районные центры.
Вот это как-то странно, потому что мы стараемся пропагандировать именно среди николаевцев. И вот в этом отношении библиотека много делает, стараемся. Ну, как-то нам вот, есть еще куда расти. Да. И прежде всего в родной грунт, как бы мы сейчас планируем организовать рассылку наших материалов по всем районным библиотекам. У нас таких около 500. Плюс по всем школам области именно анонсы нашего журнала. И кому будет интересно, он будет переходить по ссылкам и смотреть новинки творчества наших, ну, как и новинки, так и вот какие-то архивные материалы о творчестве наших поэтов. А для детей это вообще в виде игрушки. Он там переключает что-то там в одно. Потому что у нас сам сайт, он технически так сделан, что его интересно переключать с одной кнопки на другую и что-то там новое находить. Поэтому элемент игры тут тоже присутствует. И даже изучить и пользоваться этим сайтом уже интересно. Надо быть немножко инженером. Надо еще хотел отметить, что мы стараемся отслеживать литературные какие-то события в нашем городе. Там, презентация книги, какой-то приезд какого-то интересного автора, может быть, какой-то творческий вечер. И давать это в нашей ленте новостей, как анонс. Но тоже у нас возможности ограничены. И вот тогда, когда авторы сами присылают какие-то материалы, они нам упрощают жизнь, потому что приезжает замечательный какой-то поэт, там, прозаик, в библиотеке или в каком-то там другом, на другой площадке он проводит свой вечер. И я думаю, что если бы вот он пришлет нам анонс, от этого мы все только выиграем. Поэтому мы к этому идем, мы стараемся как бы вот подключить вот эту окололитературную всю жизнь. Ну, нельзя сказать замкнуть на нашем сайте, но чтобы наш сайт стал тем местом, где люди могут вот именно по этой теме, не по какому-то криминалу, не по каким-то там новостям там с других сфер, а именно вот литературная, культурная, Николаев, такой тоже есть, и такой тоже есть теперь в интернете. Вот там вот эту массу людей, я думаю, достаточно большую, замкнуть вот у нас и знакомить их с... Да, я думаю, что вот этот сайт, он формирует положительный образ нашего города, в отличие вот от некоторых николаевских журналов, или как их это назвать? Ну, акценты по-другому расставлены. Да, в основном преступления. Да, у нас нет подробностей, да. И видео с места преступления. Кстати, вот вчера приезжал к нам председатель Союза писателей России, наш земляк Валерий Николаевич Ганичев. Он выступил перед телекамерой, я не знаю, это было ваши телекамеры или телекамеры. Другие, в том числе. Ваши были, да? Вот. Это уже интересно, это уже укрепление дружбы между вот, москвичами и николаевцами. Это он привез с собой где-то полтора десятка детей, которые дружат с нашими николаевскими детьми. Наши дети ездят туда. И они активные пользователи тоже нашего интернет-журнала. Потому что через интернет-журнал они общаются. У нас есть рубрика такая, как «Гостевая книга», потом форум, который дает возможность людям общаться. Ну, непосредственно в день самой годовщины, 15 августа, тоже очевидно, что-то ожидается, правильно? Да, 15 августа. И гости. Значит, что ожидается? Мы соберем не только редколлегию, но мы соберем и самых активных авторов, которые из тех 85, которых мы уже представили, выберем самых активных. Вот, наградим их грамотами. Я думаю, что редколлегия будет награждена грамотой наших властей, потому что наши власти тоже проявили интерес к этому журналу. И, позитивный такой интерес. Да, активно интересуются нашим журналом. И я думаю, что в дальнейшем они будут даже нам как-то это помогать в этом. Мы на это надеемся. Потому что пока что это полностью проект. Не то, что он не коммерческий, он такой альтруистический, то есть мы первые там вот все там оплата хостинга, регистрация домена. Там, да, на чьи это плечи, кстати, ложится? На плечи редколлегии как бы ложится. И, то есть мы ни перед кем не отчитываемся, ни перед кем не заискиваем, не печатаем то, что нам свыше могут указать. Мы работаем бесплатно, и это нас спасает
от всех других. Ну, при том, что масса людей нам просто помогает, там, да. помогают разработать там, дизайн, нарисовать баннер, что-то сделать там. То есть у нас в чистом виде творчество, да, не замешанное ни в зависимости ни от кого, ни материально, ни духовно. Ну что ж, наша программа майже вичерпана. Я нашим гостям дуже дякую. Побачимось на вашу річницю. 15 серпня. Я би посоветував педагогічній бібліотеці. Адміральська 30. Да, попросив би наших телезрителей, щоб вони все-таки обратились к нашому журналу «Николаїв літературний» или litnik.org. Так, шановні глядачі, цікавтеся світом літературом. І вам поменше криміналу. Заходьте на «Миколаїв літературний». Побачимось.